Всем привет! Это снова Алексей Воронин. И сегодня я хочу... Это, кстати, можете посмотреть. Это группа. Я сегодня веду курсы здесь. Здесь идет мой проект «Миллиард за миллион», сокращенный МЗМ. Толпа народу уже начали зарабатывать деньги. Но я сегодня не об этом. О чем я хотел рассказать? Смотрите, у меня есть одно очень интересное задание, которое оказалось одним из самых эффективных на моем курсах. Я веду аналитику тех вещей, которые дают результаты. То есть у меня после каждого курса идет оцифровка. И сейчас я хотел рассказать про один из самых интересных кейсов, один из самых интересных чит-кодов, манимейкинговых действий. Так вот, это называется действие «погладь жену». И поэтому я предлагаю с сегодняшнего дня мужчины, это к мужчинам и к женщинам, кстати, тоже, начинать гладить вашу женщину. В прямом смысле этого слова. Каждый день 45 минут мы начинаем с того, что мы каждый день вечером просто гладим жену. В прямом смысле этого слова. Зачем мы это делаем? Ведь за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. И это на самом деле большая правда. Поэтому от того, как вы относитесь к вашей женщине, зависит вообще ваше будущее, ваше бизнеса, вашей семьи. Причем не важно, супруга это или просто ваша девушка, или ваш любимый человек. В прямом смысле слова начинайте гладить. Не нужно превращать это в какую-то самоцель. Просто, как умеете, просто гладить. Почему? Потому что женщине в этот момент нужно расслабиться. Когда женщина расслабляется, у нее появляются положительные эмоции. Когда у нее появляются положительные эмоции, дорогие мои друзья, они передаются вам. Ну а что же делать девушкам? Девушкам, ребята, скажите вашим замечательным женщинам, вашим половинкам, что же, как же вас нужно гладить, чтобы вы были счастливы. И девушки, наверное, тоже могут к этому присоединиться. Итак, начинаем постить истории, случаи о том, как вы погладили вашу жену, и что у вас, какие результаты. И ставим хэштег. Какой мы ставим хэштег? Хэштег мы ставим 100 дней жены. И еще второй хэштег 100 дней Воронина. Итак, 100 дней гладим жену. Замеряем результат, фиксируем его, выкладываем в социальные сети, ставим хэштег 100 дней жены или 100 дней Воронина, как захотите. Ну, только не надо выкладывать 100 дней жены Воронина, ладно, я женатый человек, у меня трое детей. Итак, гладим жену, это одно из самых сильных манимейкинговых действий на моих курсах. Договорились? Спасибо, лайкайте, комментите, подписывайтесь. Приходите на курсы, заходите в мой чат-бот Воронин Кладбот в Телеграме. Увидимся, услышимся. Всем пока.